В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» депутаты от фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, Михаил Солнцев, Андрей Яцишин и Олег Цуцков приняли участие в торжественной передаче символов 9-го этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе» от Барвихинского теруправления в Жаворонковское. В этом году эстафета посвящена городу-герою Мурманск. Символами проекта стали копия Знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и офицерская фуражка военно-морского флота.